школьного звонка. Вот сегодня утром была очень плохая погода, а потом она переменилась. И меняется она сегодня очень и очень часто. И вот я сегодня подумала, когда шла в школу, о том, что сегодняшняя погода вот такая же переменчивая, как и наши пикусы. Что с вами сегодня есть, то, что у вас сегодня есть, повторно прошу. Какими вы стали сегодня? Людьми, добрыми. Иногда и не такими добрыми. Вот такими будете всегда. Можно скрыть, вернее, вы приобрели опыт жизненный. Вот, видите, к сожалению, не всегда хороший этот жизненный опыт. Вы, наверное, научитесь скрывать свои чувства, не всегда будете скрывать свою душу. А вот мне бы не хотелось, чтобы я видела больше людей с открытой душой. С душой, которую можно радовать, с душой, которую можно обрадовать. И мне хотелось бы, чтобы вы в жизни умели больше радовать. Наших выпускников поприветствовал Копылов Владимир Петрович, председатель городского совета. Я тоже в свое время закончил школу, пережил вот то волнение, которое испытываете сегодня вы. И вот стоя здесь, в этом зале, я от имени главы администрации города поздравить вас с окончанием школы, скажем так, с окончанием или завершением первого жизненного этапа. Ну и пожелать вам дальнейших успехов и удачи во всем. И тогда от школьного порога жизнь откроется дорога. Вот и настал для вас этот день. Ну, еще экзамен дать касается. И в этот день радостный для вас, для ваших родителей, для нас, конечно, учителей. Я желаю вам, во-первых, крепкого здоровья и счастья. Счастье каждый понимает по-своему, но я думаю, что вы не против такого определения. Счастье – это когда есть кого любить и есть чем заняться. Всего вам хорошего. Добрый день. А также пришла поздравить выпускников Матвеева Валентина Сергеевна, классный руководитель учащихся третьей школы. Удачи вам во всех ваших делах.
десятых классов. Сегодня день рождения вышников.
бьются в унисон, сливаясь в одно, единственное, в одно целое. Наше общее сердце пронизано предчувствием расставания, разлуки, предчувствием пропасти между нашим безоблачным вчера и небесным завтра. Уже прозвенел наш последний звонок. Он вычеркнул из нашей памяти все тревоги и страхи перед контрольными, перед родителями за двойные прогулки. Мы нам очень жаль уходить из этой школы. Это, конечно, понятно. И это сердце сжимается и бьется все сильнее и сильнее. Мы уходим, но часть его. Часть его навсегда каждый в школе. Все кончается, едва мы распрощаемся, и тут бросаемся, как молот с головой. Мы не смущаемся и вовсе не печалимся, и не зовем своим падением судьбой. По ночам воспоминания не мучают, и за плечами лишь 17 лет. А любые непонятные вопросы, это мы найдем единственный ответ. Мы будем жить, сражаясь с каждым и за каждого. Звонка, последнего звонка. Вот сегодня для вас он будет последним. Не будет у вас контрольных работ, не дадут вам листочки с условием задач, сочинений будете писать. Вы уже записали свое сложное сочиненное предложение средней школы. И осталось только поставить точку. Точку, вернее, 5 точек, 5 экзаменов, которые вы будете сдавать. Но ведь школа сегодня прощается с вами, с вашей трудовой школьной жизнью, с последним звонком. Последний звонок, он останется у вас в памяти. Это память детства, отрочества и начавшейся юности. Дорогие мои девочки, мальчики, дорогие мои выпускники, дорогие классники, вы действительно дорогие мне, потому что с вами у нас 7 лет или 2 года. Для всех вас это 10 лет вместе, 10 лет самых лучших, которые остаются на всю жизнь. Что мне пожелать вам вот сейчас? Выходите в жизнь смело, входите в нее уверенно, честно. Много есть дорог, много профессий, вам уже говорили тысячи, но каждый из вас должен выбрать свою и шагать по ней уверенно и смело. Я очень желаю каждому из вас, чтобы каждый выбрал свою дорогу, раскрыл все свои способности, таланты. Вспоминайте школу. Она научила вас первым успехом, удачи, были первые ошибки. Она подарила вам друзей, за которых вы должны быть благодарны ей, учителей. Мне хотелось бы пожелать вам мирной жизни, чистого неба, как говорят. И мне хотелось бы, чтобы вы сохранили друг другу человеческие отношения. Друг, и встречая на пути людей, каждому человеку вы относились к тому человеку на вашем пути, который будет. И надолго, навсегда сохранили друг другу чувство общения, желание видеть друг друга, чтобы вы хотели друг друга, встречались с вами.
что жизнь — это трудный экзамен. Жаль, расписания нет. В жизни мы часто тянем невыученный билет и смотрим полстарательно, задумчиво вниз глядит, но некому подсказать нам. Мы в жизни один на один. Спасибо вам большое, Андрей, за то, что вы провели нам через этот довольно недолгий год. Да, и мы никогда не забудем вас и постараемся не забыть ваши годы. Мы пришли в первый класс, Чучикан романтик. Ветер бедный припал к окну. А над партами девочек белые пальчики, словно палочки взятые сном. Сколько помните вы, чучиканские девочки, сколько помните вы, вот таких маленьких дней. Улетают одни, а другие от мелочи начинают шагать по словам и говорить. Читают они, читают они. Не раз на распутье дорог им припомнится ваша улыбка учителя. Им припомнится школа хорошая. Благороден ваш труд, благороден и молод, потому что на крыльях своих мы уносим тот цвет, что вас делает гордым. Этот цвет уже вообще-то не будет. И как наконец вы сегодня вздыхаете, наконец-то мы уже перестали быть учениками и школьниками. Последний звонок, праздник которого так тоже больше никогда не будет у вас. Последний выпускной вечер, тоже праздник, который только в единственном числе существует. Можно, конечно, потом вспоминать так и отмечать сколько-то лет со дня последнего звонка и выпускного вечера. Например, у нас Валентина Михайловна сегодня юбилей, и она явно вспомнила, что мы 25 лет назад были на вашем месте. 25 лет назад для нас отключал последний звонок. И, может быть, он не знает, что мне вообще классно. Да. И я пришла из третьей школы, в тот класс, где была Валентина Михайловна, и закончили мы с ней вместе. Да. 25 лет назад. Надеюсь, для вас останутся самыми лучшими воспоминаниями этого воспоминания школьной жизни. Хочется пожелать вам успехов на экзаменах, успехов в вашей жизни и счастья вам в вашей дальнейшей жизни. Кто-то сказал, что счастье – это когда есть чем заняться, есть кого любить и есть на что надеяться. Я надеюсь, у вас это все есть или все это у вас впереди. Всего вам доброго. Детский крест так взрослый не решили мы. Торопись.
просил вас надеть школьную форму, которую вы так никогда почти не носили, да? Нет, ну что, когда носили? Да, у вас хоть вот что-нибудь возникает вот такое, нет? Не поняли, да, еще? Да. Я сейчас заплачу. И солнце поднимает. Густав, перестань сшивать. Нет, действительно, мы с вами будем, конечно, встречаться, но уже вы будете не учениками, я не буду для вас учить. А? Друзья не будем. Мы вам так скажем. Первое, что хочу вам пожелать, это, конечно, чтобы вы хорошо сдали выпускные экзамены. Иванов, ты сдал биологию? Сдал. Ты сдал астрономию, Андрей? Да. Че сдам? Когда ты его найдешь, ты делаешь? Так, давайте. Значит, ну, расписание экзамена в курсе? Нет. Оно висит. Потом посмотрим. Ладно. Во-вторых, конечно, желаю вам вступить в институт. Ну, а в-третьих, после института, конечно, славненько отдохнуть и подготовиться к тому, что называется взрослой вашей жизни. А жене... Ребята, вам будет нелегко. Иванов, не вбивайся в мужские разговоры, а? Вам будет нелегко, это точно, я вам серьезно говорю. Вам будет труднее, чем мне, например, 10 лет назад, когда я 10 лет назад кончал эту школу. Вам будет труднее. У меня было все ясно, у вас ничего не ясно. Каждый может найти, куда захочет, каждый свой выбор. Да, в принципе, у нас был у всех свой выбор, но он был несколько ограничен, конечно. Единственное, что я прошу вас, это не терять самих себя. Потому что все, какие вы были сейчас в классе, вы были индивидуальны. Я никогда не пытался сделать из вас одну 28-ю, 11-ю. Я воспринимал вас всех, какими вы есть. Хотя, конечно, относился ко всем достаточно ровно. Такими надо оставаться. Как только вы теряете сами себя, вы станете не кто-нибудь. Не там, не отдельно, Первна, Женя, не отдельно, там, Ира Матрохина. Останете одна 300-миллионная советская страна. А это, знаете, быть обидно, быть одной частью чего-либо. Надо быть только самим собой. Последнее, что я еще хочу вам сказать, ребят, конечно, мир жесток сейчас, особенно наше с вами время, в котором мы с вами живем. Но вы поймите, что только доброта спасет мир. Точно так же, как и красота. Это понятно, да? Поэтому не губите в себе то доброе, что мы с вами попытались в нашем классе сохранить. Ну, а так, успехов вам, любви большой-большой, вот такой. Нет, еще больше, жизнь показывала. Еще больше. Успехов. Ну и кто откроет свою фирму, чтобы на презентацию меня позвали? Я уверен, что скоро мы напомним о себе своими поступками, делами добрых людей. Но, знаете, вот это время в школе у нас было, конечно, не забывать, потому что эти походы, эта встреча вместе, для нас это затрагивает просто душу, как понимать, вас Александр Анатольевич понимал, хотя бы Владимир. Спасибо вам большое. Спасибо всем. Thank you.
приятно приветствовать здесь Ксению. В сентябре ранним утром мы пришли в первый класс. Валентина Григорьевна встретила нас, научила писать, научила считать, научила хорошие книги читать. А Галина Борисовна нас повела по просторам страны, по морям и горам. Нас любила она, нас бронила она. В общем, классную, добрую мамой была. Кровеносная система, тазобедренный сустав. Разгорелся в школе диспут, старик Дарвин был неправ. С физкультуры мы идем, на плече изрыгнесем. Бегали, метали, и все нормы сдали. Очень трудная наука, изучать законы гука. Каждый будет знать из нас, как устроен керогаз. Боже мой, этот физик молодой, по нему усохли все, ну а дело-то в весне. Ведь
Петербурге побывали, очень многое видали. Эрмитаж, мосты, река и гостиница Нева. Вышла новая программа, как уж хочешь, так вертись. Слева двойка, справа тройка, впереди большая жизнь. Мы частушки вам пропели, обо всем старательно. А теперь вы нам должны похлопать обязательно. Слово можете связать? В одно предложение? Да, в одно предложение. Понимаете, тут... Рекламная пауза. Мне не нужны сигареты. Мне нужна вторая школа. Третью школу пробовал. А вторую? Райское наслаждение! Нам не вернуть уже тех пролетевших дней. И потому храним мы в сердце и теперь. И не забыть учителей нам дорогих. Воспитать смогли нас всех и подружить. Нам не забыть той доброты, нет, не забыть, нет, не забыть нам никогда.